тишина. Затишье перебори, дорогие друзья, я думаю, все, каждый из вас ожидает уже результатов первого дня фестиваля. И, естественно, кто же получит самые памятные подарки, призы, а также организаторов Wave Tattoo Fest. Вот такого замечательного, самого крутого фестиваля в городе Бердянске. Давайте поаплодируем нашим организаторам. Давайте поаплодируем нашим участникам. Ну и давайте поаплодируем нашим моделям. Модели, которые сегодня, вот они ожидали. Кто-то первый раз, кто-то не первый, но круто. Итак, ну что ж, дорогие друзья, я думаю, мы всех собрали. И сразу скажу, перед тем, как мы перейдем к оглашению результатов, сразу же хотелось бы сказать, что после оглашения результатов никто не расходится. Все номинанты, даже те, кто не попадет в номинации, мы все пригласим на нашу сцену, на нашу площадку для общего фото, для фото по отдельности. Также наши судьи, мастера и все абсолютно, всех участников нашего фестиваля. Это в первую очередь мы сделаем самые классные, яркие фото. После этого мы максимально всех пригласим выйти на улицу, и снаружи нашего здания будет фаер-шоу. Специальный подарок от организаторов. Давайте еще раз аплодисменты нашим организаторам. Спасибо, очень громко. Хотелось бы еще громче. Но, да что ж такое, а? Итак, и, естественно, после фаер-шоу, все те, кто желает остаться у нас на автопаре в ночном клубе Рио сегодня, я думаю, это максимально каждый из вас, это максимально каждый из ваших друзей, все, кто приехали к нам в город Бердянск, мы проходим вот такую еще одну регистрацию, естественно, каждому вешается ленточка, и вы сегодня абсолютно бесплатно сможете тусить, веселиться, зажигать в ночном клубе Рио. Самое главное, что это можно и нужно сделать будет до 12 часов. Поэтому все, я думаю, услышали. Те, кого нет в нашем зале или кто-то отсутствует, обязательно передайте эту информацию. Ну и пока наши организаторы готовятся, я с огромным удовольствием хотел бы пригласить на нашу главную сцену самую главную команду профессионалов, наших судей, под ваши аплодисменты. Но я хотел бы вас услышать каждого. Эй! Итак, дорогие друзья, ваши аплодисменты, Николай Гончару! Громче! Вау! Большая, уважаемые судьи. Перед тем, как мы будем оглашать все результаты, я, естественно, хотел бы, может быть, предоставить слово вам, чтобы вы немножко прокомментировали сегодняшний наш первый день фестиваля. Вот, рассказали, какие же работы, может быть, какие-то плюсы, может быть, минусы, но я думаю, только плюсы. Прокомментировали. Я думаю, всем будет приятно услышать каждого из наших судей, да, дорогие друзья? Поддержите громче, Wave Tattoo Fest! И, естественно, давайте сделаем такую небольшую интригу, потому что все в ожидании, вот честно, все в ожидании результатов. Поэтому прошу, кто же начнет. Ваши аплодисменты. Друзья, давайте поддержим. Добрый вечер. А есть маленькие вопросы, да, нет? Вопросов нет.
Нужно много усилий, чтобы его провести. Вот. И я хотел бы, чтобы мастера как можно чаще приезжали на фестивали, чтобы они не ленились, приезжали, выступали, делали крутые работы. И я хочу сказать всем спасибо. Спасибо нашим судьям за то, что они так хорошо сделали свою работу. Сейчас узнаем, насколько хорошо. Спасибо всем, кто пришел. Я надеюсь, что мы не последний раз в Бердянске проводим тату-фестиваль и еще много-много подобных мероприятий. Все, теперь остался только один судья. Судейство я первый раз, но было очень интересный опыт. И такие мероприятия стоит посещать, потому что это всегда развитие, всегда какой-то рост. И мало участников, но действительно работ было очень много хороших, и сложно было выбрать самые-самые лучшие из них. Поэтому если что-то не так, извините, но так оно всегда на фестах. Всем спасибо. Итак, дорогие друзья, давайте отдельные аплодисменты нашим судьям и организаторам Игорю. Громкие аплодисменты, все. Ну и, естественно, сейчас у нас уже состоится награждение. И поэтому я снова и снова предлагаю каждому поддерживать каждого номината, которого мы будем сейчас озвучивать. И мы начинаем с номинации Best of the Day Color Tattoo. Аплодисменты. Давайте. Все, кто участвовали. Итак, за третье место в этой номинации награждается работа под названием Angry Bird и Пчелоедка. Мастер Тугаева Марина. Аплодисменты. Громче!
так, девочки, сразу далеко-далеко не уходите. Далеко не уходите, вот здесь вот располагайтесь рядышком, потому что у нас потом будет также фотосессия. Вот, не уходите, не уходите. Итак, в этой же номинации за второе место награждается работа COVID-2021 мастер Шнуров Олег. Давайте еще раз громкий аплодисмент. Итак, ребят, фотография, вот. И потом девочкам отправляйтесь, никуда далеко не уходите. Давайте аплодисменты нашим номинантам. И тишина. Вот такая ожидаемая. За первое место в номинации Color Tattoo награждается работа по названию «Безмятежность» мастер Фишер Инна. Громкие аплодисменты. Следующая номинация Best of the Day Black and Grey Tattoo. За третье место. Внимание. Внимание, дорогие друзья. Награждается теперь с двумя точками. Это обязательно. Работа под названием «Черепатёнка» мастер Савин Игорь. Эй! Обязательно фотография. Итак, дорогие друзья, второе место в этой же номинации занимает, внимание, работа под названием «Энджи» мастер Кукин Юрий. Ваши аплодисменты, ваши номинанты! Yeah! Вот, спасибо! И за первое место в этой же номинации награждается работа под названием Еще раз, давайте, давайте поаплодируем, поздравим нашего победителя в этой номинации. Итак, переходим к следующей номинации Best of the Day Graphic Tattoo. Don't work, line work, ornament. Правильно, да, прочитал? Итак, за
называется работа под названием «Милый кроль», мастер Миронова Ирина. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Итак, все номинаты, которые сегодня уже были озвучены, вернитесь, пожалуйста, на нашей сцене. Все. С подарками, с дипломами у нас будет еще фотосессия. Я еще раз повторюсь. Максимально всем давайте поаплодируем. Этот мастер сегодня приобрел свою модель в процессе нашего рабочего дня. Хотели меня сфоловать, но я не дался. Вот, поэтому... Жалею. Но аплодисменты нашим девчоночкам. Модели также оставайтесь. Хорошо, да, не уходите, оставайтесь. Оставайтесь, только сейчас не комментируйте просто, да. А вам пирсинг сделали сегодня? Конечно, хорошо. Итак, продолжаем. У нас категория график тату. И за второе место награждается у нас работа «Лисица с кицуне», мастер Ася Баланова. Аплодисменты! Дорогие друзья, аплодисменты! Ну же, фестиваль! Лисица как? Скицуне или скицуне или скицуне? Скицуне! Лисица скицуне! Работа была! Аплодисменты! Вот! Девочки, фотосессия! Давайте! Поаплодируем! Хорошо! И первое место в номинации «Graphic Tattoo» занимает работа, которую, как я сказал, что не называется «Пляж», а называется «Beach». Работа под названием «Бич», мастер Бурим Дарина. Не пляж. Аплодисменты нашему мастеру и модели, естественно. Yes. Итак, уважаемые номинанты, модели, не расходимся. И завершающая номинация нашего самого насыщенного дня фестиваля Best of the Day Traditional, Neo Traditional Tattoo, Old School, New School, Japanese Tattoo. Итак, дамы и господа, за третье место в данной номинации награждается работа под названием «Neko». За второе место в данной номинации награждается работа под названием «Валькирия», мастер Арефьева Ирина. Аплодисменты, друзья! Фестиваль! Эй! Итак, дамы и господа, и сейчас за первое место в данной номинации награждается работой мастера. Работа под названием
Ариадна, совершенно чистая, мастер Лазаренко Богдан. Не Лазаренко Богдан, да? Лазаренко Богдан. Я видел, сегодня улыбались, целый день не будут вот сидеть. Аплодисменты нашим губернаторам, ей! Итак, дорогие друзья, уважаемые номинаторы, мы все не расходимся, мы остаемся, но перед тем, как мы сделаем общее фото с нашими номинаторами, со всеми участниками, отдельно с судьями, и вот у нас будет продолжительная фотосессия, у нас вот сегодня вот есть такой замечательный сюрприз от очаровательной пары, наших очаровательных. Полупенко, ваши аплодисменты, которые хотят что-то сказать, я думаю, ясное, самое классное, да, и сам, чтобы подтвердить, да, подытожить, давайте. Вот вы знаете, вы себе все получили по заслугам, да, места, как вы сказали, да, но самое главное в этой жизни нужно отдать дань тому человеку, который, вот, я не знаю, куда умелся, Игорь Ганжа, да, он молодой и ранний, подсказать, да, если бы не этот человек, поверьте мне, вы никогда бы не получили столько рабочих мест. Вы не получили бы столько рабочих мест. На самом деле, этот парень создал очень много. Украина, уже даже не Украина, Польша, Германия и все остальное. Большое спасибо Игорю. Игорь, ты первое место, заслужил. Спасибо тебе большое. Дорогие друзья, вот они, самые классные слова, ваши аплодисменты. Итак, дорогие друзья, давайте ваши аплодисменты организаторам фестиваля «Мы по Уфе». И сейчас, как у нас по плану, у нас сейчас фотосессия наших номинатов с дипломами, с подарками. Судьи, мы все располагаемся вот здесь на сцене. Вот, также все участники, мы сделаем самое масштабное, самое шикарное общее фото все вместе. Вот, и перед тем, как вот мы сделаем фотографии, перед тем, как мы отправимся все на улицу, я вам скажу, что у нас также есть онлайн-голосование. Победители в номинациях, вот, в интернете, на сайтах наших аккаунтов вы можете найти и проголосовать, и выбрать лучших из лучших. Но реально сегодня, по исходу первого дня фестиваля, я хочу сказать, что каждый, даже кто сегодня не номинирован, даже те, кто сегодня наши модели, те, кто наши волонтеры, те, кто принимали участие, те, кто сегодня принимал какую-то либо участь, вы все самые крутые ребята, вы самые лучшие. Давайте поаплодируем всем, дорогие друзья. Это аплодисменты друг другу, каждому. Итак, ну что ж, давайте у нас фотосессия, после этого мы все приглашаемся на фаер-шоу. Поехали! Все, давайте. Все номинанты вместе с судьями приглашаются. Все, кто с номинациями, вначале номинату вместе с судьями, красиво становимся, расставляемся и фотографируемся. Не знаю, что в тебе нашел я, но все же, когда ты рядом, хорошо. А ты четкая, такая четкая, такая четкая, такая четкая, а ты четкая. Такая ничего. Показываем свои призы, номинанты. Таблички, дети.
приглашаются все-все-все участники, организаторы, все-все-все, кто сегодня задействован в нашем фестивале, делаем самое большое массовое фото. У нас есть сцена, у нас есть верхняя, нижняя сцена. Давайте, никто не расходится. Все-все должны быть запечатлены. Друзья мои, абсолютно все приглашаются. Мастера, модели, просто гости, друзья, поехали. Итак, дорогие друзья, сразу информация. Вот там вот есть два шикарных, самых крутых байка, которые стоят перед входом. Есть у нас хозяева этих байков. А ну-ка, подавите руки. Байки, байки, мотоки, моцики, самые крутейшие. О. Дорогие друзья, огромная просьба, если есть хозяева этих мотоциклов, пожалуйста, они мешают нашему фаер-шоу немножко их просто в сторону отогнать. И сейчас все-все-все участники, все модели, все, кто находится в этом зале, все приглашаются пройти через центральный вход на улицу, не через черный. Вот, естественно, вас ожидает подарок фаер-шоу. И буквально 20 минут у нас есть для того, чтобы продезинфицировать наш зал. Естественно, полностью мы соблюдаем карантинные меры. Помыть полы, продезинфицировать, все мыть, все для вашей безопасности. И, естественно, после этого все заходим обязательно, регистрируемся, получаем ленточки. И сегодня тусим автопады Wave Tattoo Fest первый день. А завтра второй день, и завтра наши мастера, наши организаторы здесь проведут конференцию, мастер-классы и также автопати. Поэтому, дорогие друзья, все приглашаются на улицу. Поехали!